Фирдавси Махамадалиев. Вы знаете, в нашей программе есть главный приз – 220 миллионов сум. В случае победы на что вы потратите выигрыш? На мамины глаза. Чтобы вылечить глаза. Если я стану знаменитым, я смогу достичь своей цели, и моя мечта исполнится. Если я выиграю, подарю эти деньги маме. На самом деле история про Фирдауса это очень трогает. Мальчик взял и решил сделать это все ради своей матери. Ради своей матери сюда попал. Это уже огромный мужской шаг. Я много готовился, много поработал над собой и надеюсь, что я снова пройду в следующий тур. Правда, я очень волнуюсь. Это очень важно для меня. Поэтому немного страшно выступать. Официальный партнер центра LGS Got Talent – платежная система Visa. Везде, где вы стремитесь быть. Для вас выступает Фирдавси Махамадалиев. Как ты думаешь, маме понравилось твое выступление? Да. Давай теперь узнаем, понравилось ли оно судьям. Фирдавси, огромное спасибо, что ты так спел нашу народную песню так красиво. На сцене держался хорошо. Ну, ты чуть-чуть, у тебя были волнения, это было видно. Но я тебе хочу сказать огромное спасибо, что ты настоящий узбек оглана. Спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Увидимся позже обязательно.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.